Всем добрый день, дорогие друзья! Сегодня я хотела бы показать вот такую замечательную миниатюрную орхидею. Это стелис. В природе растет в Колумбии, Эквадоре и Перу на высотах 800-2000 метров над уровнем моря. По содержанию является умеренным, но теплые условия выдерживает тоже нормально. У меня он цветет уже второй раз. Первый был один цветочек только, остальные все отсушил цветоносы. Но это была только моя вина, потому что я редко его поливала, и ему это не понравилось. В этот раз стараюсь поливать его почаще, и вот уже есть два цветочка. Два бутончика распустятся еще точно. И остальные цветоносики я не знаю. Будем надеяться, что тоже да. Сейчас у меня он живет на балконе, влажность воздуха 70-80%, температура днем 24-25 градусов, ночью 15-16 градусов. И, в общем-то, неплохо себя чувствует, растет без орхидариума. Я не заметила, что он какой-то слишком капризный, слишком привередливый в уходе. Главное его поливать регулярно. И, в общем-то, и все. Ну, очень красивый, достаточно крупный у него цветочек. Такой очень необычный. Вентиляция воздуха еще ему важна. У меня периодически включается вентилятор на балконе. Не целый день, но где-то 3-4 часа за день работает. Поливаю его в обычной водой питьевой, не из-под крана, а питьевой. И иногда дистиллированной. Чередую. В общем-то, наверное, и все по уходу. Больше сказать нечего. Надеюсь, вам понравился мой стелис. Сейчас я покажу еще плевроталис один. Тоже очень симпатичный. Мой любимый плевроталис клавикулята. Вот он. Красавец. Много цветоносов, да, много цветочков у него. Вот такие вот усатые. На каких-то насекомых похоже. Ну, на этом все. Всем пока, до новых встреч, до новых видео. Подписывайтесь на мой канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Ссылочки будут в описании к видео. И всем пока!